Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Пресс-служба Московского драматического театра Пушкина обнародовала печальную новость. Скончалась 49-летняя актриса Екатерина Сибирякова. Она была известна работой в теленовелах «Две судьбы», «Слепая» и других. Причина смерти Екатерины пока не сообщается. Коллеги Сибиряковой по театру потрясены случившимся и не могут подобрать слов. Сцене артистка посвятила почти три десятка лет. В театр Екатерина Сибирякова пришла почти сразу после окончания школы-студии МХАТ. О месте и дате прощания с актрисой будет сообщено дополнительно. Коллеги запомнят Екатерину Сибирякову как человека жизнерадостного, яркого и наделенного талантом. Актрисы утверждают, в театре Пушкина умела заставить зрителя сопереживать своим героиням. В соцсетях коллектив театра уже выразил соболезнования семье Екатерины. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.